Хей, йога, с вами Шмики, и мы продолжаем проводить игру по названием Borderlands The Pre-Sequel. Игра долго разворачивается. Так, мы остановились на том, что мы прилетели с, так сказать, с базы. Сейчас мы откроем и посмотрим, что здесь. Открыть. Как выглядит луна. Джесси Спринт, спекулятор с золотым сердцем. Спекулянтка. А сюда? Так, карта. Нажмите M, чтобы открыть карту. На карте отмечены все важные места, а также местоположение выбранных точки. Как вы видите, ХП у нас отнимается. Блин, нужно будет туда потом вернуться, поискать, что у нас там. Сюда, не думай про виноградины. Она имеет в виду глаза. Небесное шоссе. Активировать. У нас сразу ХП восстановилось. О, два. Воздух. А с железякой бы не было таких проблем. Железяка бы не умирал. Мы почти на месте. Умрешь сейчас, будет по крайней мере глупо. Давай быстрее! Зачем ты меня туда-сюда гонишь? Так. Это чё, читы? Это чё, читы? Это чё, читы? Открыть. Все в порядке? Не будет знакомиться. Я Джеймс Сприт. Торгую всяким барахлом. А ты? Леди Хаммерлон. Мне принадлежит целая планета. Обычное дело. Окей. Так, что ты здесь делаешь? Мне кажется, что я должна что-то сделать с какой-то глупышкой. И не ш... Глупышка? А, глушилка. Я ничего об этом не знаю, думаю, тебе стоит заглянуть в Коннородию, городок. Так, себе Мерфон. Может, там тебе помогут. Чтобы не задохнуться по... Дороге тебе понадобятся кислородные... Так, наборы. Мы их называем дыхалками. Так, поломанные, но для тебя их... отремонтируют. Даже если так, буду вам указаны координаты запчасти. Ну, так вот нашли дела, ну, понимаешь... Так, а где дыхалка? А, мне нужно за ним бежать, да? Так, я вижу норки какие-то. Ну вас нафиг. Чувствую, будет жопец. Чувствую, будет мне жопец. О! Пустошь без полности. Так, палуба 13-1. Кола купол. Палуба 1.16. А это, если что, DLC. Вот эта вся карта у нас довольно, на самом деле, она маленькая. Она разбита здесь на участке определенные, как видно. Так, ладненько, полетели. В первую очередь мне нужно найти дыхалку. Или мне уже, по сути, да... Не. Дыхопакет. Мне еще не дали дыхопакет. У меня ХП моментально восстанавливается, поэтому не проблема, я думаю. Так, снизу ничего, да, у нас не было прохода. А, нет, есть проход. Проход у нас есть. Так. Дерево, 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 дерево. Почему я это сказал, не знаю. Так, вижу там еще снаряжение. Пока что машинку вызвать я не могу. Тут мне идти по этой, либо мне лучше пойти по верху. Так, ладно, здесь я пробегу. Бла. Дыхопакет. Источник кислорода заражен. Так. Хлопаки, дыхлопаки. Ладно, побежали. Выбегаем и побежали. Да заткнись и беги. Ладно, лучше АВП бежать. Да, это АВП. Знакомьтесь.
Какие-то херовинки. Мне нужно добежать до станции. Это мне хер не нравится. Пещера какая-то. Ну, хотя бы бегаю быстро. Кислородные точки. А, это, знаете... О-о-о-о! Что это за херь? Вы охренели? Не-не-не, я вас понял, я вас понял. Вы решили мне сразу так нагомнить, да? Оно еще и взрывается. Давай, давай. Все? А мне нужно всего лишь было нажать и открыть. Ой, забыла. Там же заперто. Просто забей, замки совсем... Так. Громкими. Где-то там наверху, да, их нужно разбивать. Даже еще наверх попасть. Упасть не сдохнуть. Так, ладно, пистолетик. Способности. Так, у меня же 18-й. Ни хрена себе. Куда это я уже успел? 3 жетона. Урон от стихий. Урон в ближнем бою. Максимум здоровья. Перезарядка. Скорость перезарядки. Давайте так начнем. Так как у меня все будет стихийным оружием. В основном это лед. Тогда лучше брать. Урон от стрельбы. О. В ближнем бою. Емкость щита, точность. Точность. Хай, блин, нужно было точность не прокачивать. Ага, все вижу. И не спрашивайте, почему она рукой ломает. Она почещены дает. Выглядит убого, согласен. Я вас понял. Да, и сбрасьте там наши твари. Не хочу, чтобы они... Они хвостом херячат. Они же втихаря, думаю, не нападают. Так. О! Щитик. Так, дыхпайки. Вы получили дыхпайк, так, оснабжает вас, бла-бла-бла. Хорошо, вот у нас кислород есть. Вуаля, один дыхпак, отличная штука для... Так, щиты. Мысли нету места. В смысле нету места? Как так? Так, выбросить или выбросить в бездну, просто в бездну. 37 По идее, если не ошибаюсь, еще можно воздух тратить. Ага, это, если что, у нас резкие прыжки вниз.
О, привет. Дедли главреда банды. Так, могущество. Глава вторая. У черта на куличках. Запредион. Так, у тебя еще есть задание? Короче, у меня цифра ключ от моей станции Лунной Гиры. Так, продается. Короче, все хорошо. Стой, у тебя задание есть. Так. Земля среди звезд, попади в Луну и получи хоть... Ну или хоть во что-нибудь. Активное задание теперь можно смотреть. Так. Каски. Я думаю, это можно сразу начать делать. Земля среди звезд. Только нужно смотреть по карте. Так как мы будем обратно возвращаться? И почему она не отмечена? Так, ладно, давайте прокачивать. Навык. Мы остановились на том, что буду прокачивать скорость, да? Или нафиг надо? Баллистический урон. Емкость патронов. Его знаю. Крит урон, блин, в процентах. Ладно. Так, задание где-то очень вдалеке. Ага, вот задание у нас. Ну, смотрите, как раз то, куда мне нужно. Поэтому побежали. Поэтому полетели. Сейчас забежим, посмотрим, что где. Главное, чтобы втихаря не напали. А вот. Типа два раза прыжок нажать. Тогда мы полетим. И довольно ускоренно полетим. Так, я сюда прибежал, чтобы продавать шматьё. Урон от оружия. Стоять, стоять, стоять. Мой инвентарь. Скорострельность из дробовика, перезарядка. Максимум урон слэма. Урон слэма — это когда мы об землю врезаемся. Ну блин, знаете, 12% урона. Спорно, спорно. Блин. За 355. Давайте этот одену. No refunds. Welcome, customer. Нужно тогда на них тоже собирать, искать. Так, давайте я сразу это прослушаю и продам. Привет, милая сестричка. Уверен, кто, что комок... Так, ткани, которые ты зовешь сердцем... Бабла, так сходила плоско. Я был бы очень рад принять у себя такое бесчувственное, кровожадное существо, как ты. Но ответь на отказ на твою просьбу разместить тебя на моей... Так, мобильные наблюдатели платформе в ходе твоего отпуска в Пандоре. Более того, я был бы счастлив, если бы прежде нас разделили тысячи мили и более... Так, кровавых денег мама и папа и на билет. Если хочешь, можешь убивать без разбора чудесных существ, которые я пытаюсь защитить. Хочешь, можешь приказать своих дворецких, чтобы они носили тебя в паланке. Так. А, это сэр Хаммерлок говорит. Хочу иметь с тобой ничего общего. С уважением, сэр Хаммерлок.
Да ты что, меня преследуешь? Она меня преследует. Я знаю, кто это. Это челик с второй части. Щит продам. Блин, ладно, я дробовик оставлю. Так, все, теперь я могу, да, телепорт, по сути, юзать. Нам нужно наверх. Пока что будет у меня активный этот дробовик. Может, давайте с самого начала вернемся? Нас как-никак, ну там что-то добыло. Я лично за, поэтому полетели. А, да, и нужно кое-что проверить. За второе задание, чтобы я потом не возвращался. Это на другой стороне. Привет, я тут кое-что с Куки делал. Так, некуда... Ля. Слэм, слэм, слэм. Готово. А. Управление в прыжке. Урон в ближнем бою. Увеличение скорости. Максимум урон слэма. Ну это все на продажу пойдет. Так, стоять. Задание нужно сменить. А это чтобы выключить? Не-не-не, мне нужен поток воздуха. Сори. А, интересно. А знаете, на самом деле интересно, что там внутри было. Так, а куда мне идти стоять? Как мне туда попасть? Что я тут делаю? Да, здесь у нас другое задание. Наверху? Да, там у нас. Ну, оказывается, довольно недалеко даже. Так, давным-давно в далекой-далекой галактике была одна луна. Кто-то раз на нее пришли военные, так, жажда слишком глубоко и все такое. Луна раскололась, почти все умерли, кто не жил, потому что долго считались. Конец. Что скажешь? Ой, вы это серьезно? Что вы написали? Ой, ну боже мой. Ой, все серьезно. Ладно, тогда ее добровольных должна быть еще одна книжника в моей старом лагере. Там сейчас абсолютно крагеров. Они ее убили. Блин, ну вот это быстрые клавиши. Хорошо, нам все равно по пути. Дойдем, это скорее всего там, где мне нужно открыть, да? Серьезно, здесь тупик. Блин, вот это что, я ускоряться могу? Тихо. Как они некультурно выражаются. Блин, лучше бы это был как лифт, я не знаю. Так, ну этих я уже поубивал. Теперь ты открыться, да, должен? Да, все, зелененький. Так. Как-то раз крагер Флейм
Так, укусил беднягу Джинни. Она достала оружие, бах, и нет ее. Больше нету карагницы в Флейме. Ну как? Давай назовем это небольшим улучшением. Как думаешь? Ладно, я учту твою критику. Кстати, я как раз вспомнил, что за книжкой Флейме... Так, заплати за все, хорошо? Чего? О, черт! Сын Флейм? Это Сын Флейми? Это Сын Флейми! До свидос. Синишка, какой синишка? Ах ты, зараза. В принципе, я могу Слеймом его убить. Воу-воу-воу! Тихо-тихо-тихо! Просто на нем покатался. Эта сказка называется «Приключения малышки Кога-кошки». Малышка Рогоша со своей мамой Флейми вылезли из пещеры. Странные двугорши создания и решили, что это еда. Малышка Рогоша и его маму написали на лагерь. Однако двугорша Флейми потерпела, Рогоша убил другого, потом малыши... Рогоша убежал, как маленькое стекло. Тупой мелкий. Ты часто дано поблизости, наверное, возвращайся и неси все сюда. А я пока сяду, напишу еще что-то. Минуту. Не нужно, у меня не об... Так, еще целая коллекция биографов. Так, вопрос теперь как... А как наверх подняться? Подождите, это ж я снизу, да? Или нет? Сейчас будем пытаться, сейчас будем пытаться. Тихо, не падай. Или мы там... Фу, я тупой. А у нас там подъем-то был. У нас все это время там подъем был. Вот он. Это ж он и есть. Так, ладно, сейчас мы быстро забежим. Так. Давным-давно один бессмертный искатель хранилища взял и убил чудовище славным. Так, славой вместо мозгов. Конец. Ты останешься со своими тупыми скульптурами. Блин, я не знаю. Снайперка. Ну, электрический урон. Не, не хочу. Так, погнали, теперь быстро. На этот, наверх. Сейчас мы с вами залетим туда. Замечу, что в прыжке тоже довольно быстро тратится. Сейчас, хорошо, нужно... Короче, она говорит, что мы должны вот эту заюзать способность. Так, куда отправляться? А, выход из карты. А, тё, я ж не отметил, да? Да, за деньги нельзя купить любовь, а вот уроки стрельбы запросто. Так, стоять, давай я, наверное...
Поменяю. Хорошо, годится. Теперь самое последнее. Мой воздух, и затем обрушится. Ага. Йо-хо! Да, это было отлично. Так. Включите принтер. Принтер? Включим. Давайте только сходим уже туда, куда мне нужно. Небесное шоссе. Да, запрыжок. Хотя, мне кажется, она одинаково тратится. Не? Кажется, да. В принципе, у меня до хера времени. Не, если я буду, конечно, вот так тратить его, то там сколько, по 10 зарядов, да, тратится? Да, одно юзание. Закрыто. Закрыто, закрыто. Тут ничего, ничего. Так, там что-то вижу. Так, получено. Еще два ящика. Да, вот это с атмосферы у меня все улетает, классно. Так, а теперь возвращаемся. Зиру, зиру, у нас мало топлива. Вот у железяки было бы сейчас бесконечно его. Ну как? Топлив, вот это только энергии только для того, что, ну, типа, воздуха. Чтобы летать и все в таком духе. Ну, повторюсь, у него скилл довольно не очень. Ну, довольно не очень способности. Так. Только интересно, как тогда у него набирается она. Это не, скорее всего, да? Так, юзаем скан. Отлично, можешь возвращаться. Я хочу на себя посмотреть. А, что-то не то. Помощь, так, это прекрасно. Запас УЗИ на затраченный прыжок. О, прыжок, урон в прыжке. В принципе, я это буду продавать. У них одинаковая стоимость. Еще? Вот тоже нужно мониторировать. Так, Делфи, что за чувак? У меня проблемы с мотивацией. Отправляйся к его кораблю и повсюду развесь их. Вот плакаты и квитанции по что-то там. Взять плакаты. Горле сухо, как очень сухо, короче. Так, квитанции, да? Сначала нужно получить так, подпись на квитанции, потом развесить их. Так, ну это по зову сердца. Замечу, это другой локации уже. И это тоже у нас в другой локации. Так. Фу. Если мне шват показало, что у меня был активный навык, нет? 25-й уже. Емкость щита. Шанс стихийного урона. Женера, урон, гора, скорострельность. Ну, блин. Шанс стихийного орудия. 1%. А ну. Один про... Короче, везде по 1%. 1% это мало. Так, зачем я бегу сюда? Я бегу сюда, чтобы проверить вот этот участок.
Мы будем все проверять, ребят. Все нужно юзать. Хотя можно будет сюда после вернуться. О, нихера там кратер. Да он отображается, да? А, мне туда нужна машина, чтобы на ту сторону попасть. Ладно, пробежимся сюда. Это, походу, нижний, да, участок? Блин, а я не попродавал, да, ничего? Так, это окно у нас. Блин, ладно, погнали за воздухом. Хотя, мне кажется, я могу там перелететь свободно. Или не смогу. Давайте попробуем. Блин. По идее, должен. Мне кажется, там машина понадобится. Так мне не получится. Поэтому сейчас набираем воздух и бежим за машиной. Да, тут еще, походу, большой участок карты. Так, тогда по прямой, либо сбоку. Боку драконы. Оп, прямой. По прямой тупик. Да, небольшой вариант. Да на, почёще, на. Блин, может все-таки дробовик взять? Как он с ним медленнее бегает? Напомни, почему я должна отправлять этот дельфин в мир иной? Он ведет себя как засранец. А, отлично. Ладно, полетели отсюда. А, это без башенства было мне показано, что я получил. Искатель хранилища, это полковник Божий праведный. Тебе нужно уходить с Эллипса. Хорошо, все станет еще хуже. Я не хочу убивать тебя без особых необходимостей. Солнце, я вас убью просто ради удовольствия. Дело не в вас. Просто иного пути нету. Ладно, делай, что хочешь. Делай, хочет полковник Заржи. Я хочу, чтобы ты убил искателя хранилища. Заткнись. Так, запрет будет подписан, тёлки. Они говорят, они дураки. Так, там я был. Почему я там не был? В принципе, все, хорошо. Нам нужна машина. Либо можно на этом, в принципе, и закончить. Сейчас почищенное надаю. Блин, мне теперь торговый нужен автомат. Убить Гефлифтофта. Взять цифровой ключевой. Давайте тогда, я думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.